you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня я вам расскажу просто, от чего у меня пукан реально взорвался. Реально просто мой пукан взорвался. Сейчас вы просто услышите то, что на меня наплел Иванов. Я просто, вот я уже успокоился, понимаете, уже думаю, ладно, уже не буду снимать такие видеоролики, типа там бомбить и так далее, уже успокоился, думаю, буду спокойно уже себе играть, никого не трогать. И, блядь, тут мне скидывают, у меня просто башка, бум, вот так вот, блядь, я думаю, как можно, вот я такого пиздежа еще в жизни не слышал, понимаете? Я такого вранья наглого реально никогда в жизни не слышал, ну, в свою сторону я имею в виду. Давайте послушаем, что Иванов говорит про меня, я буду это комментировать периодически, давайте послушаем. Опять же, я никого не деактивировал. Деактивацией занимается служба безопасности. Ну да, допустим, может это не он меня деактивировал, а там какая-то служба безопасности. Но вроде всех деактивировал, это Иван Наумов. Я не знаю, Иван Наумов и Иван Иванов это те же самые люди или нет, я на самом деле без понятия. И главный администратор проекта. Вот. Я лишь могу говорить, кого разбанить, или типа говорить, точнее спрашивать за что и так далее. Вот ты хочешь ему сказать, что ты не можешь меня активировать? Ты, блядь, главный сейчас на сервере, на проекте, ты самый главный, ты можешь все, понимаешь? А Питбуль, это, насколько я знаю, хейтер. И... Да, да, вот, блядь, что мне не скинул постоянно, он говорит хейтер, 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 блядь. Какой я хейтер? Если вы меня бы не трогали, я бы вас не трогал, понимаете? И вообще всего проекта, его, по-моему, за хейтинг деактивировали и за помощь Тимохе Домино. Меня деактивировали за хейтинг, да? За помощь Тимохе Домино. Я Тимохе Домино дал просто 1 миллион на машину. И все. И они это посчитали махинацией и деактивировали меня. За то, что я хейтер. Хейтер. И за то, что дал Тимохе 1 миллион. За то, что он, они вместе там пытались продавать верты. Блять, вместе пытались продавать верты, Иванов, ты ебанутый, мне интересно, серьезно, ты просто дебил? Вместе пытались продавать верты? Блять, я донатил на ваш сервак, чтобы потом продавать верты, блять, в чем логика, блять? Я с Тимохой вообще тесно никак не связан, я последний раз его в реальной жизни видел, блять. Ну, месяцев 5 назад, в июне еще или в мае, понимаете, блядь? Я с ним вообще только в скайпе бываю, там общаюсь. Мы с ним не гуляем, ничего. Мы давно закончили ПТУ. Сейчас, ну, все поймете, короче. Вот, сколько я знаю, они вместе из одного ПТУ? Да, мы вместе учились в одном ПТУ, мы вместе учились в одной группе. Но, как бы, я закончил уже учиться довольно-таки давно, еще в июне. И после того мы с ним не виделись, я даже в июне его не видел, у нас там, по-моему, экзамены были. Я его в мае последний раз видел, в мае, блядь. И он мне совсем не друг, он, ну, просто мой бывший одногруппник, он мне не друг, он просто, знаете, как знакомый. Вдвоем, поэтому это неудивительно, что он помогал своему другу продавать верты. Блядь, своему другу продавать верты. Иванов, к чему такие поспешные выводы? Вообще он мне не друг, он просто как бы мой бывший одногруппник, мой знакомый, и все. Помогал ему продавать верты. Ты покажи мне доказательства, пожалуйста, вот серьезно, покажи мне доказательства, где я ему помогал продавать верты. Это такой же пиздеж конкретный, просто, блядь, уже, блядь, мне уже, сука, блядь, не знаю, куда натянуть себе этот весь бред, нахуй. Ну, блядь, это пиздец. Ну давайте дальше. Переписку с Тимохой я тебе могу прямо сейчас скинуть, хочешь? Переписку с Тимохой, ну блять, переписки у меня здесь нету. Давайте послушаем второе, что он говорил. Вот, вот Женя, это друг Кирилла. Блять, ты так говоришь, Иванов, Женя это друг Кирилла, кому-то ты, блять, не знаю, с нами в одном городе живешь, блять, все, она знаешь и так далее. Просто у меня реально от этого пиздежа просто, извиняюсь за мат, реально это пиздеж конкретный. У меня просто, блядь, охуеваю от этого, понимаете? Они вдвоем из одного ПТУ и...
Он, блядь, 100 раз будет говорить, они из одного ПТУ. Мы давно закончили это ПТУ, Иванов. Проснись нахуй. Кстати, это он сегодня адресовано было, 2 часа назад. И они оба деактивированы. Тимоха за махинацию с виртуальными валютами, а Кирилл Ну, Тимоху, да, деактивировали из-за того, что там был пост, типа, что он там продает, типа, игровую валюту, он там чуваку писал, но к чему я, даже вот к чему я, никому я ничего не писал, никому я ничего не продавал. То, что мы там с ним знакомы, это ничего не значит, понимаете, они его деактивировали, думали, что все, как бы он уйдет с проекта, и все будет заебись. А я ему помог, как бы, заставил его вернуться, играть обратно в проект, дал ему 1 миллион на машину. И от этого у них просто бомбануло. Давайте слушаем дальше. Аналогично за помощь с этим и еще за хейтинг всего проекта. А Кирилл аналогично за помощь с этим и... Какая в жопу помощь, блядь? Тимоху деактивировали когда? По-моему, блядь, ну больше месяца назад его деактивировали. А вы меня деактивировали буквально 5 дней назад. Какая, блядь, помощь? Вы покажите мне доказательства. Потому что ты реально, Иванов, пиздобол. Ты реально сейчас пиздишь просто всем. Просто реально пиздишь. И еще за хейтинг всего проекта. То есть он просто... Блядь, вот это мне кажется... Вот за хейтинг, да, может быть, там ты думаешь, я хейжи там, блядь, и так далее. Но за то, что я помогал Тимохе, что я продавал, типа, игру валюту, это конкретный пиздеж. Так необоснованно, без аргументов, просто так ненавидел проект, так скажем. Ненавидел проект. Снял, ебать, 630 серий уже. Я ненавижу проект. Конечно, я просто, блядь, правду говорил. Если бы меня не трогали, я бы вас не трогал. И при этом его смотрели именно наши игроки. То есть это не были игроки каких-то других проектов. Он набрал аудиторию из наших игроков и просто ненавидит. Ебать, он, блядь, все так про меня знает, пиздец. Вот прям, блядь, кому-то, блядь, мой, не знаю, брат какой-то, блядь. Все так обо мне знает, откуда я взял аудиторию, блядь. Красавчик, пиздец. Наш проект непонятно за что, непонятно почему. И при этом еще требует каких-то определенных условий. Вот сейчас от этого меня реально конкретно бомбануло. Своей игры. То есть, типа, не условия, а возможности. То есть, он требовал, чтобы его разбанивали, чтобы его не варнили, чтобы его никогда не банили и так далее. То есть, вот подобные вещи. Это такой пиздёж, блядь. Я никогда в жизни такого не просил. Никогда в жизни я такого не попросил, чтобы меня не варнили, не банили и так далее. Иванов, блядь, как можно так пиздеть просто конкретно? Даже чувак, какой мне это переслал, я просто не хочу его палить, кто это именно. Он сам говорит, что это полный пиздеж, он пиздобол. Даже подписчик, какой меня совсем не знает, он понимает, что это полный пиздеж. Реально, я просил кого-то, блядь, вот даже, блядь, вот доказательства покажи даже, доказательства. Ты говоришь, что я там про Мазинг пизжу там без каких-то доказательств, неосознанно. Так ты покажи пруфы, что ты пиздишь на меня осознанно, с пруфами, давай. Потому что... Все, что ты сказал здесь, это конкретный пиздеж. Кроме того, что типа я хейтер. На самом деле я не хейтер. А вот это у меня просто горит, блин. Вот Жень, вот возможности. Это. То есть он требовал, чтобы его разбанивали, чтобы его не варнили, чтобы его никогда не банили и так далее. То есть вот подобные вещи. Такой, блядь, пиздеж редкостный, блядь. Просто... Я реально охуевший просто. Я извиняюсь, я приболел, поэтому я кашляю. Просто такого пиздежа я в жизни реально не слышал. Мне реально так смешно просто. Что я помогал Тимохе продавать вирты. То, что я, блядь, просил, что меня никогда не варнили. У меня варного хуева куча была. Что ты пиздишь, Иванов? Банов не спорю, у меня не было. Потому что я не нарушал правила сервера. У меня не было банов. Один раз меня банили, и то по ошибке. Ну, то хуйня все. А так варны у меня сыпались, блядь, да хуища. Ты чё ты пиздишь реально, что я тебя просил там, или кто-то, кого-то я там просил, чтобы, блядь, меня не банили, меня не варнили, меня не наказывали. Ты такой пиздёж просто редкий, реально. Ну, думаю, вы сами, в принципе, знаете, что я бы такого не просил. И все, что он сказал, это редкий пиздёж. И советую вам не верить в это. Я просто реально охуел, когда вот это узнал. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте, блядь, лайкосы. Подписывайтесь на канал и жди новых серий. Всем пока-пока.
often enough. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.